Лариса. Лариса Васильевна, вы решили свою проблему с братом? Не надо казаться милым, я все про вас поняла. Вы не ответили. Я решаю свою проблему с братом. Подождите. Здесь 5000 возьмите. Эти деньги нужны были мне на квартиру. Процесс покупки затягивается, так что мне пока не горит. Простите, я не возьму. Пусть лучше брат сядет в тюрьму, чем вы возьмете деньги у такого негодяя.